Ну, примерно так выглядит замороженный коттедж. Все, вот откосы, вот дверь. Пожалуйста. Замороженное царство. Красота. Вода из системы отопления, разумеется, слита. Счетчик пломбируется. И все. Пиздец, свист стоит. Угу. Так не снял. Ай, бля! Газ свистит. Да. Так, переход еще надо, да? Перехода у вас тоже нет. А что, давление как будем давать? Вода есть? Вода есть. Ну, не наполнял пока? Нет, я там закрыл уже. Ты закрыл. Вот так? Закрывай. Так, пошла. Смотри. Так, воду врубаем. А вот так выдергивается. Да. Все, сейчас круто. Ага. Давление пошло. Что такое R? Система освобождения системы воздуха. Да давайте заполним. Да, мы проверим, капает, не капает. Сейчас по всем трубам. Так, ключ есть? Как? Спасибо. Так, все, заполняем. Воздух выпускаем. Угу. Воздух пошел. Пока.
как заполняется водой система, воздух выходит. Вот здесь слышно. Вот. Так. Выходит. И так вот ждем, пока вода не польется. Значит, до краев заполнилась. Ну вот, сразу как вода полилась, сразу закрыли все радиаторы. Значит, все, до верха вода наполнилась. Сейчас котел должен врубиться. А эти что, 24 турбо не надо крутить, вертеть, как тебе раскрывать панель? Все у них уже задумано, нормально. Аэр, да? А те же надо открыть, крутить насос, да, вручную? Ага. Очень удобно сделали крутить насос. Ага. Так, крутим. О, вот панель так откидывается. Раз, раз. Ровно откидывается панелька, да? Единственное, давайте куда-то шкаф отрезать. Уже 400. Будьте как нагреется, сам зайдет. Или его надо погреть рукой. А где датчик стоит? Вот. Ага. Почему так-то? Что это за танцы с звоном? Система блокировки здесь. А для чего это? Не знаю. Что, работает? Ну, не работает. Печку ставишь, она зарабатывает. То есть, если в холодный дом... Ну вот, в холодном доме включить, она так просто еще не включится, да? Надо дом прогреть. Нет, печку ставишь? Печку. Вот, да. Прикол. Это что за вентилятор? Хрен начал. А, погнал этот, да? Видел? Ладошки что делают? А, ладонями согрели? Ну да. Подсветка при нажатии включается, да? Подсветку можно отрегулировать на любой этот. А вот этот выкрутили, пока вода не потекла, и обратно закрутить до упора, что ли, насос? Это просто развозгустили. Угу. Ленор, Ленор, дай мне, можешь дать телефон этого Абдуллы, который... Это что за температура? А, вот текущая воды? Что ли? Это он сам себя говорил. Угу. Сейчас переключился на обратно. Где 0,3, что за ошибка? Он сам себя говорил. По короткому кругу ходил. Смотреть надо? Паспорт. Там труба не закрыта у вас? Да нет. Ренат, проверь коаксиалку. Кольцо поставили мы там. Тук, оно подсело. Что, я забыл, блин, инструкции нету. О, ага, F5. Дальше что? Еще раз нажать, по-моему. Ага, все, все. 15-й там, да? Mm-hmm. А 15-й это мощность, 30-й это этот, да? Все, спасибо, да.
Это в меню, да? Да. Вот так. Это что, например, раздел? Это параметр, раздел, который там надо изменить. Что? Сколько квадратов у вас? 80 ровно. 80. От 80? Угу. Ну где-то, видимо, 35. В процентах, что ли, все это? Ну да, 100% это было 4. Это у нас минимальное давление. Это вместо Enter, да, кнопка? Типа зайти. Котел уже настроен. Там есть такие примочки, как табло может постоянно светиться. Uh-huh. То есть определение, сколько будет оно светиться в времени. Ну, так, а так в любом нажатии оно загорается. Понял. Круто. Все? Теперь включим. То есть там очень много параметров теперь регулируется вообще. Можно определить вывес насоса, сколько насос будет работать, сколько крутится, сколько стоять. Uh-huh. А, даже экономия вот электричества. Да, да, да. Прикольно. Все, выставляете температуру, вот 77 стоит. Да пусть так, полтос только поставим, пусть покрутится денек, и потом мы выключим. Да, немножко у вас тут комфортная температура нагреет. Ладно, отдали. Короче, запустили мы все-таки котел. Оказывается, вот эти новые котлы, Балтгаз 24 Turbo, они должны сами себя для начала прогреть, прежде чем запустят общий контур. Только потом они запускаются. Заходить в меню удерживанием кнопки Reset. Там сколько-то, 5 секунд что ли надо удерживать. Все эти причиндалы, расшифровка его пунктов меню, есть, разумеется, в паспорте котла, в инструкции, там все расписано. Котел позволяет огромное количество настроек делать там, вплоть до того, будет ли светиться подсветка экрана гореть постоянно или нет, насколько часто и долго должен работать насос, чтобы гонять горячую воду по контуру для экономии электроэнергии. То есть можно сделать, чтобы он редко крутил. Много параметров есть. Это все в инструкции, в паспорте котла можно посмотреть. У нас тут с первого раза что-то не получилось. Ну, вроде подождали. Самое интересное, что... Как прошлого поколения котлы, панель снимать, как бы, по идее, не надо. Мы уж сняли, просто посмотреть, потому что у нас что-то сразу не пошло. У него при первом включении появляется надпись AR, автоматическая разблокировка. Ну, то есть он насос сам пытается покрутить, проверить, прогнать. Там воздух выгоняет, что-то там делает, короче. Прошлого поколения, вот 84-20 котлы, восьмой серии, но обязательно нужно было, вот как здесь мы на видео вы видели, выкрутить отверткой насос, пока вода не польется, потом обратно затянуть его до упора. Ну, надо как бы покрутить насос, а то его заклинивает, когда он долго не работает. Что еще заметил интересное, у этих котлов новых не было вилки родной. Вот в магазине купил только что, и мы ее... перед запуском прикрутили. Без вилки, просто голые провода. Вот это прикол был, сюрприз. Больше вроде ничего. Все работает. Воду, давление подавать, чтобы нужно вот эту штучку опускать, она легко пальцами открывается. Давление показывает вот здесь, на этом табло. Обратно убираем. Запустили, все работает. Видео про то, как мы его устанавливали и устанавливали коаксиальный дымоход, в описании ссылки.
Более подробную информацию, наверное, нужно уже читать, искать в инструкции.